Нормально, Ой, блядь, по-моему. смотри. Бабка уже ведьмака заболела. Сам себя замори! Ай, ай! Мне нравится, что ты просто мзаешь в углу. Я. И это правильно. Тут все подряд с булкой в гольфике в углу. Люди лучше приспосабливаются. Ну что же ты, не заставляй человека дать полчок булка. Я не ищу компании. О, понял. Их не бывает. Кого не бывает? Компании. Чё вы включили, а? Ты глупый или что-то? А ты откуда знаешь? Оп, оп. Oh. Понял. Белые волосы. Сидит в углу с двумя... Братками. Я знаю, кто ты. Ты анимешник. Я воин. Света. Ты, по-моему, перепутал. Зовут меня Николай Васильевич Першков. Сударь, есть для вас работа. На работу? Вы не пьете пленных. Так говорят. Ты готов сдохнуть за бабки? Да. Нужна рука помощи? Прямо в глаз. У меня их две. Иди-ка сюда. Детка. Третий глаз. Пизда! Нормально. Ой, блин, смотри, какой это. И на перечисление. Я Сильван! Козёл ты. На. Геральт? Перезагрузка. Тебе здесь не место. Как и тебе. Люди, заткнули рты. Ты что, хочешь умереть? Да. Не трогай, люди! Дело за Андрей, король. Не король. Я больше не хочу никого, понимаю. Кто согласится сам покинуть свой пост? Великая чистка. Жесткого диска. Зачистка, так говорят люди. Мне пришлось копать. Копать. Нужно больше золота. Золото. Мне пришлось копать могилы. Чи. Самобилы. Постой! Голодать, голодать, питаться питомным. По сути, вкусно. Да ебитесь. Тогда в посаде узнают, что мы воруем. Взгляни мои в глаза, и ты уже не будешь воровать. Начнется резня. Будет ебашить с обеих сторон. Ребята, было очень много в этих ситуациях. И по мне стреляли, и я упал в лужу нахуй, блядь. И лежал нахуй. Мля, я маслив. Ну, поймал. Если меня надо убить. Да не надо. Но Сильван прав. Я не человек. И тут ведьмак крикнул. Не так все было. Ведьмаку заплатите чеканным котлетой. Чеканным котлетой. Он не как они, он как мы. Простите, а кто мы? Ладно, подписывайтесь на него, на меня, на нас. Всем пока.